И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles, и сегодня мы продолжим выживать. Надеюсь, в этой серии будет поменьше болтовни, побольше дела, а самое главное, поменьше беготни. Очень надеюсь, но что-то пока что у меня одна беготня начинается. Вообще, я сегодня хочу заняться рабами. Во-первых, у меня домик есть, ну, типа какой-никакой, немножко разложил ресурсы. Что, где, как, куда. А здесь у меня абсолютно все мясо для того, чтобы оно, если будет гнить, то превращалось в протухшее мясо и лежало, ну, собственно, все в одном месте. Здесь у меня сундучки. Сундучки, кстати, можно переносить, даже когда они заполнены. Это прям кайф, это очень удобно. Очень практично. И, ну, в общем, все работает, все кипит. Мне сейчас нужно... Мне сейчас нужно спутники. Да, все-таки спутники. Вот это вот нужно. А, слиток железа. Бечевки чуть-чуть нужно сделать. Малое колесо боли. Малое колесо боли. Окей. Железо. Кстати, а где у меня железо? Здесь у меня железо. Кстати, железо и палки лучше закинуть. Даже вот это вот там. Ой, вы перегружены. Окей. Так, вот это мы закидываем сюда. Это у нас остается здесь. А вот это мы закидываем... А, стоп, подожди, это мне пригодится еще. Палки. И две бечевки нужно сделать. Здесь делается дешевле. То есть так они требуются 5, то есть если я создаю в инвентаре. Вот. А, подожди, 3. А раньше было 5. Ха, прикольно, уравняли. Вот, сейчас просто это немножко автоматизации, чтобы не заморачиваться самому. Кстати, лиана. Лиана. У меня была где-то лиана. Вроде бы как, но это не точно. Или я ее дропнул в итоге, потому что мне нужно было место. А, вот они, лиана, да. Есть. Ну, пускай они будут. У меня пока что и вот этого полно. Так. Что в итоге берем? Что в итоге берем? Берем молоток. И что мне на тебя нужно? А, так у меня все есть. Здорово. Так что пока ставим здесь. Отлично. В тебя нужно закидывать... Чтобы вспомнить, как из тебя делать. Как, точнее, как тебя делать. Так, давай глянем. Туплю. А нафига мне вот это вот-то? Это, кажется, вроде бы делается из семян. Туплю. Сюда просто любую еду нужно ложить. И чем качество еды лучше, тем лучше. Вспомнил. Потому что я томил своих, точнее, приручал своих рабов. Вы не поверите. На лобстерах. Это я прекрасно помню. То есть вот у меня здесь все есть. Хорошая еда. Так что с этим проблем нет. Остается только сделать дубина. Дубина вообще делается фигня вопрос. Только нужна кожа. Да, именно для этого... А, свечка. Нужна кожа. А для кожи нужна дубильня. А то на чё, Трович. Так, дубильня. Это что-то с чем-то. Но в этом свой кайф есть. Так, реликвия. Подожди, а я обработку кожи вообще изучил? Верстак броника. Так, вот даже давай ремесло. О, носорог. Матерый носорог. Что это такое? А главное, зачем? Ого! Ручной медведь, пантер. Выращивание животных. Интересно. Ладно, с этим мы потом разберемся. Ёпарасоте. Во! Кожевник. Нашел. Кожевник. Дубильня. Дубильня требует молоток строителя. Отлично. Кстати, вот здесь я сделал крышу, потому что там началась буря. И, кстати, буря
песчаная буря меня не цепляет, буря песчаная где-то вот там проходит, то есть сюда она не цепляет, и это прям кайф. То есть она проходит рядом, то есть по логике должна была буря быть вообще везде, но почему-то они сделали вот так вот по-моему, и буря проходит прям буквально, буквально чуть-чуть цепляет. Дебил. Так, что мне на тебя нужно? Давай поставим пока тебя сюда. На тебя нужно камень и кора. Подожди, а кора у меня была? Много или мало? Но точно была. Да, помню, была. Да-да-да, и она нужна будет на кожу. Так что погнали за камнем. Кстати, я же, получается, награду-то не забрал. Награда материала содержится на им материала. Хм, интересно даже. Так, я тут до перегруза, короче, тусил там. Давай посмотрим. А, ну, во-первых, давай сразу же поставим, пока все материалы у меня. Давай поставим кожевником. Вот, и закинем сюда кожу, кору. И вроде бы этого достаточно. Да, кожа коры получаем. Вот. Все, отлично. Да, посмотрим. Так, не то. И снова не то. Давай, Джей. Получил материалы один. Откройте станченько, камень топорик. Вот это вот все. Короче, да. Материалы. Использовать. Дерево. И что, растительный волокон, что ли, получил? Ха. Короче, в какую-то фигню и немного. Но перевес я схлопотал. Это по факту. Ой, камни-то, дерево-то налутал. Хм, нормально так-то. Ну, вот, наверное, дерево мне дали все-таки. А про камень не факт. Может, и камень дали. Кто ж его знает. Не увидел там справа, что было. Да и бог с ним. Что мне сейчас нужно? Мне сейчас, по сути, не нужно ничего, кроме... Ну, кроме дубины и пытаться найти, кого я сейчас приручу, назовем это так. Давай это сюда скинем. Так, что у нас там... О, дёготь! Дёготь-то он здесь бывает? Прикольно. Мне нужна дубинка. Растительное волокно. Отлично. Я его что? Куда-то убрал уже. А куда я его убрал? А, во! Я же вроде бы его пытался забрать. Не забрал, по ходу дела. Он просто не должен здесь лежать. Так, мне нужна... Да, куда скидываем? Мне нужна не просто дубина, мне еще вроде нужна веревка, если я правильно помню. Бог с ним, пускай так будет. Мне нужна будет еще веревка. Сейчас инвентарь немножко разгрузим. Здесь, здесь. Веревка. Ну, кстати, это ни к чему теперь. И вот это ни к чему. Пока что будет так. Веревка или кнут. Во. Веревка для... Из волокон растений. Я только что все это убрал. Так. А, веревка, бечевка. Собственно, вот. Бабахаем. Даже лучше две. И вот он сразу же делает бечевку. И делает веревку. Потом опять делает бечевку. И веревку. Две, я не помню, ломаются, не ломаются. Но вроде бы у них есть... этот. Прочность. Вспомнил. Вроде бы как, но это не точно. Так, палочки мы скидываем вот сюда. Пока пускай будет здесь. А там уже будет видно, что, где, куда, зачем и почему. Даже вот так можно сделать, чтобы немножко освободить инвентарь. Ну что, оглушаем, притаскиваем раба, а дальше как попрет. По сути, мне сейчас нужен любой. Ну, любой непростой. А какой-нибудь нужный. К примеру, кузнец. Кожевник, да, то есть, как бы, чтобы хоть что-то, хоть как-то, пускай хоть и первого левела, но все равно пускай хоть какой-то будет. А я броник не сделал. Я броника не сделал. Ёп, парасете.
Давай станок броника поставим. Станок броника. Алхимика. Кожевника. А я вообще его изучил. Так, характеристики. Да, проворство качнем. Мебельчик. Ты уже положишь мебельчик? Эй! А вот теперь изучил? Да, я молодец. Да-да-да, у меня ж не хватало очков, чтобы вкинуться все это дело. Да, здесь, собственно, одного этого я замочил. Готовка, клан, религия. Ой-о, твою звонку. Ковка. Верстак броника в ковке. Логично. Не хватает горизонтальной опоры. А, точно. Дерево, камень, бечевка. Да, к этому надо привыкнуть. Но, кстати, вот я делаю в инвентаре, да, у себя? А вот делается не в инвентаре. И делается по одной. И также тратит три. Фигня какая-то. Ну, без шуток, фигня какая-то. Потому что, ну, как бы... Ну, да, инвентарь я свой, типа, освободил, но... Фигня ж какая-то. Так, ладно. Бог с ним. Все, это скидываем. Это мне не нужно. И сейчас нужно сделать броню. Для брони мне, ну, господи, сколько тут всего всякого ненужного. Мне нужна вот эта броня. Средняя этом, но самое главное, мне нужно починить свою. Раз у меня два элемента уже есть, я их могу починить. Как говорится, смысл мне что-либо. Так, слиток, железо и кожа. Ну, вот это все как раз-таки у меня и делается. Но, кстати, раньше изучались средние доспехи, потом легкие, средние, потом тяжелые. А тут сразу все у меня изучилось. Средняя подкладка. А, точно, там делалось это... Господи, сколько тут всего! Изменилось, я бы так сказал. Кожа и бечевка. Ху-ху. В общем, и крафты изменились, и все изменилось. Прикольно. Наверное. Я сейчас столько времени за кадром провел. Просто ужас. И тут реально начинаешь задумываться, а может это не ты рабов томить собираешься, а ты сам раб. Просто реально... Так, звук убавил. Что-то музыка такая громкая. В общем, реально... Только времени тратится на создание чего-то, вот это вот и все. И да, ты рабов как бы томишь, чтобы меньше тратить время на вот это вот и все. И я не спорю, да, это так и есть. Так, почему вот это? Потому что у всех переносимый вес. Обожаю эти шмотки, потому что есть переносимый вес. Но, да, ты как бы меньше... Фармишь, точнее, меньше стоишь у верстаков, все делается быстрее и так далее, но... А вы не додумывались о том, что ты бегаешь, собираешь ресурсы кучу, приносишь домой, а они делают свою работу, а ты как раб какой-то бегаешь везде и все, и вот это вот, а все. Да уж, вот такие мысли и начинают посещать. Думаешь, кто же все-таки из вас настоящий раб? Ты? Или они. Кстати, точно. У меня же здесь получается... Так, подожди. У нас испытание. Во! Награду! Там шмотку надо было состряпать. Я получил награду! Я теперь крутой! Так, пропустить. 37 левел. Еще далеко до этого. Фига себе, я тут накликал. А вот это вот... Получить все награды. Боеприпас для требушета. Ну, допустим. Я не знаю, зачем нет. Ну, пускай будет. Так.
Выбрать путешествие. Кстати, я путешествие не выбрал. Ну давай вот тебя выберем, пофигу. Укрытие для выживания. Уклонение, пятно. Хотя нет, давай вот это вот выберем. Левый альт. Пинок. Дубина. Тяжелое двуручное оружие. Но это пока создавать не хочу. Так. Боец. Кузнец. А ты что за удалец? Хоп. Вот так. Так, кузнец. Отлично. Без сознания. Берем вот так. Где что тащить? Ага, все, отлично. Тащится? Тащится. Да уж, ну хпшечки не кисло так у меня. Побабахали. А, черт побери. Отцепился. На ружку переключился, во. Все, тащить. Я не помню, просыпаются они или нет. Но давайте не будем искушать судьбу. Просто я хотел нажать на 3 и промахнулся, нажал на 2. Давайте не будем искушать судьбу. Пик. Колесо боли. И... What the fuck? 10 фет. О боже мой. Так, ну, во-первых, я уже закинул. Вроде как. Давай вот этого места. Да, вот. У меня уже есть. Стоит на стреме. И запускаем. А, это на сколько стейков мне хватит? Я уж подумал, это... Ты же думал, ты что, серьезно, что ли? Нет, это не 10 часов будет томиться, это будет меньше. Кузнец — это хорошо. Кузнец — это вроде бы... Подожди, это литейщик у нас. А кузнец что? А, кузнец — это... Да, точно. Это который оружки делает. Мне бы кожевник. Кожевник-то получше будет. Ну, здорово. Надсмотрщик. Вот это норм тема. Боец и плотник. Хм. Так. Боец нам тем более такой не нужен. Отлично. Так. Стоять, стоять, стоять. Чё у меня за кнопка цель выбирает? А-а-а! Я ее как-то случайно нажимаю, у меня выбирает эту кнопку выбор цели, то есть фиксация цели. И меня это бесит. Хе, фиксация цели. Понятно, я нажимаю на Alt, это у меня фиксация цели. Так. Воу, 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 воу. Полегче. Тихо, тихо, тихо. Дубинка своя размахивает. Ты посмотри, какой. Кстати, я здесь трупик не залутал. А что у нас тут? А, камешек у нас тут. Ну и, кстати, на кожу их не залутал. Воу, воу, добрый вечер. Погоди. О, а сундучок, а есть что? А если найду? Отлично. А если нашел? Да иди ты в баню. Погоди. Все, 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 братан, давай без этого. Мне нужны хилки. Чё я себе не отхилил? Да хорош уже. Да вот опять на х нажал долбанное. Все, давай. Отправляйся до дома. Или мне придется применить силу. Отлично, стопяхнуться. Просто уже был вариант, что мне придется его пробить.
Снаряд был... Чё за нафиг? Откуда ты у меня вес еще занял? Нифига себе, это чё мне? Вот это поэты, что ли, дали? По говноачивке? Широкий железный меч? Что? Ладно, бог с ним. Надо хиляться. Срочно хиляться. Так, у меня есть алоэ. Надо будет сделать бутылки, потому что бутылки точно будут нужны. И в двухе, конечно, они меня разбирают. Ай, вояк из меня еще тот редкостный. Так. 8? Да, нормас. Почему бы нет? Делаем. Перевязочку себе. Срочно обморочно. Что у нас по здоровью? Давай еще сделаем перевязку. О, здесь у меня алоэ валяется еще. Ну, я, конечно, могу. Ладно, пофигу, пока 2 бутылька мне хватит. Ну, нифига себе, я вам так скажу. Так, ну, копье мне точно не надо. Поэтому сделаем вот так. Что-то горло запершило. О, и... Это мне сейчас тоже топор не нужен. О, сейчас заспавнится 3-й. Блин, не, неважно, насколько хорошо, вот насмотрщик будет, я вот его и оставлю. Против 2-х, ну, тяжко будет, однозначно тяжко будет. Так, боец, лицедей, о, кстати, лице... Бляха-моха, лицедей это танцор. Это он убирает скверну. Так. Сейчас будет -1. А, черт, насмотрщика шкребанул. Ага. А, лицедей. Тихо, братан. Ты мне нужен еще. На! Тихо. Хорош махать дубиной. На папашке. Да, лицедей жалко. Но скверно все-таки как-никак. Хочу 1 хп себе вернуть. Так, берем хилку. Так, берем тебя. И погнали. Надсмотрщик мне пригодится. А, подожди. Либо факел, либо... Вот это жопошная жопа. И в каких кустах я тебя оставил? Вон ты где. Ну погнали. Помню, была бага. Если из пещеры, короче, его не вытащить, он там застревал в пещере, короче. Ну такая-то была фигня. Нет места в колесе. Ну добрый вечер. Короче, была какая-то фигня, колесо для одного только. Точно, это же еще говно колесо. И багался этот... то есть он не мог вылезти из пещеры. И приходилось полкарты пробежать. Вот такой фигней. Телепортами тоже багались. Ну, это на серверах, когда играешь, телепорты, телепортаешься, и он багается. И если ты отпускал, то он, можно так сказать, исчезал. Ой, чего только не было раньше, господи. Так, мне нужны спутники, мне нужен вот ты. И что-то нужно, железо и бечевка. Ой, вей. У меня что-то плохое предчувствие. Фух, слава богу, здесь у меня железо есть. Я почему-то думал, что я его все забрал себе. Не, у меня оно есть. И это хорошо. Неправильное размещение. Отлично. Отлично, надсмотрщик. Пока пускай будет такой. Это забираем тебе. Это точно сейчас уже ни к чему. Такое количество. И запускаем. Так, это у нас еды. А, вот шкала. Ну вот, пока я бегал, уже половинка прибабахалась. Это уже хорошо. Так, бечевка, металл.
пускай пока все будет здесь. Было бы, конечно, очень удобно. Сортировку, все дела закинул и полетел. Так, ты у нас половина есть, да? Ну что, давай посмотрим еще третьего раба. Что вообще там у нас выйдет? Мне, по идее, вот кожевник было бы очень неплохо. То есть, чтобы кожу он бабахал неплохо. Лицедей тоже. Да мне все, по сути, сейчас нужны. Это первый левел, это первый левел. Нужно нормальных искать, это понятное дело. О, добрый вечер. А кто будет брать нормальное оружие в руки? Так. Благо, есть автобег. Отлично. Автобег, это всегда хорошо. Плотник. Боец. Плотник. Надсмотрщик. Вот ты мне точно не нужен. А вот плотник. Оп, добрый вечер. Так, кто из вас плотник? Так, вот ты плотник. Так, тебе кровоток пускаем. Оп. Снова кровоток. Тихо. И вот так. Ты сейчас сдохнешь. А, вот, ты сдох, отлично. Отлично. Ах ты ж, солнце на твоей стороне, подожди. Отличненько. Так. Ну ладно, это поваляется. Где там трупы, блин? Эйк. Здесь вообще ничего нету. Ну, серьезно. Так, мне это. Шкура. Шкура нужна. И много. Много шкуры нужно. Задолбала меня эта шкура. Так, ты там поваляйся. Я пойду пока. Так, тут надо убрать. Добуду ресурсы. Что я говорил про баги? Отошел до костра, вернулся обратно. А, нету. Ну-ка, ну-ка. Она в текстуры свалилась. Там была надпись, вы можете на паузе немножко проверить. Она в текстуры... Бывает. Ну ладно, давай посмотрим. Кстати, плотник. А там у меня был кузнец, да? Ой. Ну ладно, зато немножко практики. Это уже хорошо. Да, это у меня кузнец. Он почти бабахается. Надсмотрщик. Отлично. Ну ладно, чё. Погнали по новой. Он просто в текстуру проваливается. Ну что это такое? Ну что это вот это вот? Зато шкур добыл. 128. Угу. Вот так вот. Точно нет нигде? Да не, торчало бы как-нибудь. Ну, бог с ним. Зато вот, отошел чуть и оп, по новой уже. По новой. Все тут-то. Давай, главное, чтобы не лучники. Так, летящик, норм тема. Надсмотрщик. Надсмотрщик мне... Хотя, с другой стороны, мне нужен два надсмотрщика, да? Не, это... Нафиг мне два надсмотрщика, а? Скажите мне. Вот летящик норм тема. Тем более, летящик второго левела. Угу, летящик второго левела норм тема. Тихо-тихо-тихо, я задумался. Тихо-тихо, все. Летящик второго левела. Ну, хотя, погоди. Но надсмотрщик же тоже норм тема. Тем более, когда делаешь вот так. Воу, тихо-тихо. Да, бутыльки норм тема. Воу, у тебя была комбинация, да ты серьезно? Увечье, раздробление. Воу-воу-воу. Ну, походу, мне надсмотрщик так-то и не сильно нужен. Die.
А вот летящих второго лева пригодится. Вот так вот, отличненько. Немножко стрел. Опять немножко стрел. И, что самое главное, немножко шкуры. Кстати, а здесь что-нибудь появилось? Хо-хоу! Здесь опять что-то появилось. Это неплохо. Шкура, 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 шкура. Так. Ну и погнали. С летейщиком до дома. Пошли домой, покажу тебе свои новые, точнее, твои новые хоромы. Ну, пока что новые. Скоро это будет старым, и нужно будет все переделывать. У-у-у, прыгать могу, отлично, хоть прыгать могу. Надо попрактиковаться пока здесь на коротких дистанциях. Очень удобная штука. Так, ну чё, кто у нас отработал своё? Нет места в колодце. Понятное дело. Так, братан, полежи пока. Полежи пока. Я знаю, знаю, давай, кузнец. Моли, крути, верти. Работай, одним словом. Так, что ты у нас? Ты у нас половина надсмотрщик. В целом, пока что неплохо. Так, отцеплять боюсь. О, отлично. Нет места. Вот так вот. Запускаем. Кстати, прикольно, она автоматически, вот это хотел сказать, то, что автоматически заканчивается, то есть не вот кора, да? Он не тратит до конца, до талого у тебя. То есть у тебя нет ресурсов, он у тебя их не тратит. Очень удобно, очень удобно. То есть у тебя закончилось пережариваться, все, он закончил этот. Так, запускаем. Он закончил тратить дерево. Очень удобно, очень удобно. Так. Да, все-таки правильно. Кузнец у нас ставится вот сюда. Лобысь. И вот я могу уже... что-то новое делать. Так, ну-ка, могу? А, не, вот, к примеру, кинжалы 30. Кинжалы 30. Эйк. А нахрен это мне нужен? А, ты просто, получается, скорость делаешь ты. Быстрее, как вариант. Ну да, это же первый левел. Это логично, что ты будешь просто скорость давать. Быстрее делать. Ну, тоже вариант. Самое главное, что? О! Ой. Все, живенько. Вот, стоит, кует. Вот это вот все. Очень даже неплохо. Ты у меня летейщик будешь вот там тусить. Летейщиков нужно будет много. Так что даже второй левел это уже неплохо. Даже первый левел было бы неплохо, но второй левел было неплохо. Было вот, точнее, еще лучше. Тем более на начальной локации. Надсмотрщики тоже пригодятся. И, конечно, потом нужно будет менять на кого-то более лучшего. Обязательно нужно будет менять на кого-то более лучшего. Так. Это мы скидываем сюда. А больше сюда ничего не надо. Пепельная краска. Неплохо. Неплохо, неплохо. Это самое главное. Ну, а я что? Ой, я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Да, сегодня вот с рабами потусили немножечко. Посмотрим, что будет в следующей серии. Возможно, будут опять рабы, возможно, добыча ресурсов, возможно, какое-то путешествие, я не знаю. Здесь очень много вот такой нудной работы. То есть здесь нет такого, что вот туда-туда-туда. Здесь очень все нудная такая работа, однообразная и так далее. То есть ты как бы не можешь заниматься, кстати, видали, да? Мне не показалось, это багуля такая. А забагался колесо. Ну, пофигу. Я имею в виду центр камня. В общем, ты здесь делаешь, по сути, однотонную работу. Да, это игра для стримов. Вот прям без шуток. Это игра для стримов, когда ты просто делаешь много-много одинаковых действий. И с одной стороны. А с другой стороны, почему я не люблю стримы? Вне стримов, то есть вот на записи, вы бы сейчас бы... Вот эта вот серия шла бы не 34 минуты, 35 минут, а... Ну, где-то уже бы близилось... полтора часа. То есть, ну ладно, час 10. То есть минут 40 я вырезал того, как я делал вот эти вот шмотки, кожу и так далее. Вот такая вот приколюха. Ладно, хватит болтовни. Посмотрим, что будет в следующей серии.
возможно, экипируемся и пойдем за ресурсами, типа и хор, и все в таком духе. Возможно, пойдем снова за рабами. Ну, а на сегодня уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. О, подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.